На дом, защищать я том. Не, ну в принципе. Как бы говорили. Это не по фэншую. Нормально. А еще дальше не могли. Вывести из строя аппаратуру подавления. Гори, гори, ясно, чтобы я не повесил. Давай, быстро. Ну... Да идите вон нафиг вообще. Вообще, я против радикальных мер. Но в таких ситуациях за. Я, кстати, думал доп. Задания проходить еще, да? Которые имеются в Saints Row 4, да? Но передумал, так как вспомнил, какие они. Они мне мало какие нравились, а если их проходить, то проходите лучше. Лучше все и показывать-то все. Ну и тем более там есть некоторые, которые... мультиплеерные, так что я, скорее всего, буду с кем-нибудь их проходить. Конечно, за своих друзей. То, что тут надо еще правильно подгадать момент. Так, давайте уничтожить их, блин. Сколько там еще до конца? Е-мое. Дофига, я... Я чувствую... Это капец полный. Если, не дай бог, в конце там... Будет такое, что... Вот скажите то, что я не прям в заднице. Я прям в заднице. Отлично. Ну, тогда упростим задачу себе. А как ключ-то уничтожили, вот у меня вопрос. Если я его защищал, блин, как мне знать, что... Ну раз что из танка, но танки они не все рабочие. Чёрт. А я такой чувствую, что тупо меня за границей карты выкинуло и все. А как оправдание решили сделать то, что как бы танк, это все. The server is protected by a force field. Let me guess. Destroy more things to shut it down. Correct. This would be a lot harder to see it.
Ой, ну хотя бы, блин, не прям, оказывается, с полной задницей, но все. Да, блин. А чё они, кстати, подбитые уже? Хотя, в общем. Надеюсь, я отсюда попаду. Два выстрела. И вот только скажите, что ни один в цель. Не, попал. В цель-то попал. Нормально, не порти мне впечатление. Вот только сказать, что сейчас опять что-то не то будет. Вот твою мить, а. О, входит и... Ой, господи. Это мне напоминает этот... Когда контра зависала у меня на Денди. Steelport's breaking down inside the simulation right now. Whatever you take with, I should be able to open portals into their personal nightmares. But don't worry, whatever comes through will be on your side. Matt and I will be sure to have your back. Oh, ладно, it's a little weird in there. Just remember, that's normal. Was that supposed to be reassuring? Опять симуляция. Чего нельзя, чтобы одни, например, сразу делали то, а эти не то, а? Ну, капец же, подлинный. Наверное. Ставить кошмары? Вот только скажи, что у кого-то кошмар был со слоу-моушеном, а? What's gonna happen when this whole place crashes? Not sure. The data may get corrupted, or it may simply reset. Either way, it should overload some of the Zinni ship systems directly. We need to be damn sure this Оп! Is a tactical advantage. Отлично. Well, it's certainly going to mess with the Zin enough to give us our shot. Но меня эти буквы бесят немножко. With that, I'm 99% positive. What about the other 1%? Just covering my bases in case something goes wrong. Are those some sort of digital bomb? Those are simply parts of the simulation overloading. Nothing to be concerned about. All right! Ну, хоть этот... Выглядит более-менее адекватно. Так. Я хочу разобраться. Оп. Looks like the Zen know their weak spots, Kinsey. They're all over the area. Then do what you guys do best. Mella, cover my rear. Right, I'm on it. Saucers inbound. Оп. Alien plane!
чего пришельцы? Ну-ка. Оп. И все. И где-то еще два пришельца. Так, ну, минус один и... А последний где? А последний прилетел. Я так и понимаю, да? Activating the portal now, but it's going to take some time. Make sure the Zindo destroy it while I establish the link. Matt, is there any way you can help Kinsey and speed up the process? Защищать портал. Right now we need your help with the fighting. Besides, I figured you two were used to working like this. Actually, I usually never go in the field with Asha. Exciting, isn't it? Not the exact words I'd use. Blind saucer! I'm just that good. Так. Ракетница зарядилась плохо. Ещё меня немножко подорвало. Тикс. Ну, быстрее, блин. О, отлично. Are those killer saints robots? Yeah, but in overcoming the nightmare, they're now on your side. On to the next portal, then? Hold on, someone's going to have to stay to make sure this one stays open. Don't worry, keep these things in line. Take Matt with you to the next portal. Right, just keep yourself alive. We'll see you when we're all out of here. The second portal is over by the arena. Да, называется, в общем... Ломаем игру внутри игры. Причем в некоторые моменты почему-то у меня фризится просто не по известной моей причине, хотя, блин, там это... Капец. Okay, this is it. Start clearing the area. I think I figured that one out. I'm trying to be helpful, you know. Give her a break, mate. She's under a lot of pressure. Okay, I'm sorry. Alien plane! Shouldn't have fucked with the president! Ducks. Oop. Kenzie, you're up. А этот почему полторы минуты надо защищать? Пикс. Вот так скажешь, что я портал только что разохреначил, да? Ну так и есть! Я ж
Мастер, мать! А, ну правильно, я еще стыкаюсь в тот раз. Ключ расхреначил. Да, уничтожить здесь инопланетян. Тут их больше, конечно. Ну, ладно. Просят 10, так 10. Грильгрисну. Грильгрисну, чтобы не погасло. Грильгрисну, чтобы не погасло. Ну, ё-моё. Я так думаю, то что... Эти две последние время дотянем как-нибудь. А то, кстати, я помню миссию в God of War, блин, там было помощнее, я помню, блин. Великий ужас подох был в том, что дрались мы, по-моему, против Кратоса, то есть после... Против... Нет, только не уничтожься, только не уничтожься. Это... Ёп твою дивизию! Секунда, чёрт! Секунда, я уже ненавижу эту игру. Ну, в общем, God of War там, я не помню, в каком именно, но я помню хорошо то, что там надо было нам ближе к концу игры, чтобы все было нормально, да? Нам надо было драться с нашим темным воплощением. Но при этом надо было все время хилять свою семью, как бы, да? Я потому что не помню, она была жива по логике в тот момент или мертва? Ну, вроде бы мертва. Потому что вообще там сюжет-то повязан на том, что... Из-за чего Кратос в God of War вообще против богов-то пошел? Из-за того, что его обманули там, да? И убили его... Ну, его же руками, по сути, семью убили, да? И... Вся игра, по сути, на этом построена. А тут просто вот а-ля психоделия. И вот как у меня вопрос такой вот, защищать этот чертов портал. Если только в него и стреляют, а? Да вы прикалываетесь, а? Вот только уничтожить, я, блин, вот... Нет, нет.